идет операция по спасению ежика. Смотрите, ежик попался в сеть. Эта сеть я в том году натягивала, чтобы цыплята не перепрыгивали в огород. А ежики ходят у нас тут. Теперь мне залез вот, как его отсюда выпутать, я не знаю. Где у него мордашка? Надо же так вот попасться. Колубочек свернулся. Вот мордашка у него. Весь в сетях, он весь запутался. Ёжик. Надо сеть эту убрать. Курей нету, а ёжики всегда ходят. На пропитание сюда ходят. Я им в том году чашечку наливала. Вечером покушать. Они придут, поедят и пошли. О, дождик начался. Так, ну что он тут? Распутался, нет? Вот тут вот еще. Сейчас он... Давай его сюда. А? Сейчас, подожди. Он шипит. Надо же его хорошенько освободить от этого. От лески. А колючий? Вот здесь вот что-то я не пойму. Распрямиться? Нет? Ну-ка, давай. Распрямляйся. Вот эту сетку убрать. Отрезать ее. Но он сейчас не это самое. Он будет сейчас сидеть. Он уйдет, когда опасность минует. Мы уйдем, и он уйдет. Мультиком надо показать его. Костюм, например, сюда его садить. Айда. Ну-ка. Ты-то уже можешь сейчас распутаться. Давай. Вот у него где мордашка. Вот он. Свернулся калачиком. Ну ладно, будем наблюдать. Давай вот сюда. На траву сюда его принесла. А он не идет никуда. Сидит тут, коты возле, вокруг него бегают. Уже распутанный, все, он, наверное, боится. Тут что-то у него. Чувствует, наверное, что рядом мы. И боится идти. Иди давай. Коты уже здесь. Дождик у нас начинается. А такой. Никакой, можно сказать. Иди, ежик. Иди. Сейчас я отойду и буду за ним наблюдать. Может быть, он уйдет. Утром у нас было прохладно. 5 градусов. Ну, луку-то ничего не делается, конечно. Луку, чесноку. А вот такие теплолюбивые культуры, как дыня, огурец. Огурцы что-то совсем пропадают. Я буду их надсаживать опять. Видите, какие-то... Ну, какие-то никакие. Дыни еще так более-менее терпят. А огурцы вот совсем. Я вчера купила новые семена. И буду опять насаживать. Ну там вот маленечко ничего. А вот этот край что-то совсем плохие. Погоды нет. Прохладно утрами. Ночами холодно. Арбузы пришлось прикрыть во время холода этим стеклами. Чтоб совсем они уже маленечко лучше им было. Ну, в таком состоянии они. Сегодня ночь вроде бы теплее. К вечеру, наверное, открою. Уберем вот эти стекла. Все уже. Так. Ягода кое-где начинает спеть. Клубника. Виктория.
Ребятишки уже бегают, заглядывают. Видят красненькую. Ну, кое-где начинает. Ну, не совсем, конечно, крупная. Наверное, год такой. Вообще этот сорт крупный. Ну вот. Ну-ка, пойду я гляну. Не ушел ежик. На утро у меня рыба жареная. Хвостик себе взяла. А здесь сделала начинку на пирожки. Яйца с луком и с укропом. Тесто я уже завела. Буду пироги печь. Сейчас быстренько налеплю. Все, уже никакого дождя нет. Уже солнце вышло. Две капли упало. И весь дождь. Так, я скалку не приготовила. Палку возьму. Так, меня научили. Меня научили. Я вот не знала такого, что надо маленько масло полить. Чтобы начинка склеилась. Подписчица подсказала. Ну, тогда не рассыпается. Вот еще буду делать сосиски. Сыром баварские. Так, сейчас я порежу вот так вот лентой. Дети любят такое. Вот таким способом. Какая длиннее, какая короче. Вот это вот подлиннее получилось. Так. Такие штучки. Детская радость. Сейчас поставлю сковородку разогреваться. Еще не включала. Может, не так делаю, не знаю. Так, это какая-то маленькая. Я вот эту сюда так приставлю. Что?
чтоб ничего не пропадало. Ну и все, ставлю сковороду, буду разогревать. Пироги пеку вот так вот в масле. Так, вот эти сейчас буду снимать. Они пропеклись уже. В чашку туда их. Так, теперь сосиска в тесте буду укладывать. Стрелять, наверное, будут. Они сочные. Ну, маленько постреляет. Ничего страшного. Ну вот и трубочки сжарились. Пирожки уже разобрали у меня. Следом уходят. Ну, колбаска вроде бы сжарилась, сосиска. Я таком на среднем огне жарю. Теперь пирожки опять. Я уже тоже один съела. Пирожки очень вкусные. Так, как бы вам разломать одной рукой? Вот такая начинка, вот такое тесто. Мягкое, пушистое. Хорошее тесто. Хочу посадить спаржевую фасоль. Называется длинные пальчики. Белые. Рассадить ее. Тут я сеяла базилик, он что-то не взошел у меня. Не знаю. Это фасоль кустовая. Я вот так вот порежу ее. Посажу. Замачивать не стала, я пролила дорожку. Так, с этого, ну да, с этого края еще вот как раз семянки остались. Здесь добросаю. Ну и все. Зарыть.